Здравствуйте, друзья! В этой серии мы двигаемся в самый центр острова Сицилия. У нас сегодня по плану город Пьяцца Армерина. Это такой очень колоритный, не сильно туристический, ну, для таких локальных туристов самой Сицилии город. Настоящий итальянский. Ну, смотрите, кто не подписался на канал, подписывайтесь. Будет очень еще много интересного про Италию. Ну что, начинаем экскурсию по городу Пьяцца Армерина. Традиционно, как для Италии, повсюду на окнах висит, сушится белье, постиранная одежда. Туристов в городе нету, китайцев тоже нету. Очень приятно погулять, очень рекомендую город к посещению. Ну, смотрите дальше. Посмотрите, как мужичок слева припарковался на пешеходном переходе. А, you stay here, it's not normal. Дальше я домахался до чувака, что он стоит не там, где нужно. Он, если честно, даже не понял, что он нарушил. Но потом он отъехал, а я себе пошел дальше. Ну, как-то так. Улички такие узенькие, в традиционном итальянском южном стиле. Я оторвался от своих, чтобы как-то поснимать без людей. На улицах почти нету людей, туристов, и как-то так ходишь сам. Это мусор так спускают. Посмотри. Таня, справжнее итальянское место. Настоящее итальянское. Да. Ага. Клевенько.
библиотека. Как оказалось, главный собор города закрыт, у него сиеста, часа 2-3 нужно было ждать, и мы решили идти дальше гулять. Городок мега колоритный, повсюду апельсины, вот растут даже на втором этаже здания, как-то умудрились посадить. Апельсины падают на проезжую часть, я пару собрал. Очень вкусно, такие в магазине в Киеве просто не купишь. Хотя особо не люблю апельсины, но эти мега вкусные. Друзья, как вы увидели, белье — это неотъемлемая часть Италии на окнах. Ну, а кто не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Городок очень какой-то такой уютный, целостный, колоритный, красивый. Вот это все белье, старенькие улочки, узенькие. Какая-то такая чистота, какая-то такая итальянский такой колорит, очень классный, очень понравилось. Как бы всем рекомендую посещение. Координаты города будут под видео. Полное отсутствие туристов добавляет каких-то ощущений. Ты чувствуешь этот город еще как-то больше. И больше нравится. Минус, конечно, отсутствие людей в городе и отсутствие туристов, это то, что почти все какие-то заведения перекусить закрыт. Еще повсюду на проезжей части, тротуарах белые бумажки, про которые мы говорили в серии про Палермо. Не видно, чтобы кто-то цокает. Ага. Уже другое еще. Дальше я нашел небольшую смотровую площадку с высоты на старый город. Ну, как бы условно смотровую площадку в каком-то заброшенном парке. Я нашел смотровую площадку на город, где мы только что гуляли. Сейчас мы на него посмотрим издалека, как это все выглядит в целом. Выглядит очень колоритно. Что интересно, в Италии иногда едешь — очень красивое место. В многих странах недалеко от этого места где-то сделана парковочка для машин, смотровая площадка. В Италии такого нету. Даже вот посмотреть в целом на вот этот красивый городок, нужно карабкаться по каким-то там кустам. Ну, как-то непонятно. Такая непонятная Европа. Ну, то же самое с мусором. Хотя многие, кто был в Италии, тоже подчеркивают, что мусора очень много в Италии. Непонятно почему, вот так такие итальянцы неряхи или гадят так под себя, или не убирают, вообще непонятно. Наверное, больше, что мусорят. Что, друзья, подходит к концу серия про город Пьяцца Армарино, очень колоритный город Италии. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Спасибо, что досмотрели до конца. Новое видео будет про еще более колоритный город Рагуза, он называется. Выйдет оно где-то за 3-4 дня. Чтобы не пропустить данное видео, подписывайтесь. А вот так выглядит этот город издалека, с такой условной смотровой площадки, с парка напротив.